Эта зима была особенно холодной. Чтобы сердце наполнилось теплом, Let's Be подготовил подарки. За последние 2 месяца мы собрали со всей России множество историй от людей, которым необходимо тепло Let's Be. Сегодня мы решили встретиться с главными героями истории, которые, по нашему мнению, больше всего нуждаются в тепле. Сегодня мы пригласили во Владивосток семью, чтобы доставить особенный подарок. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Я тещу Татьяна Юрьевна. Живу в Приморском крае, Октябрьский район, село Чернятино. Живу вместе с сыном и с мужем. У меня ребенок родился инвалидом. Диагноз нам поставили в год, что у нас ДЦП. С этим мы смирились, то, что он родился такой. Нам даже говорили отказаться от него. Но я посчитала то, что это мой ребенок и это моя жизнь. И вот мы нянчимся, воспитываем. Сын Татьяны с детства прикован к инвалидной коляске. Долгое время он использовал старую коляску. Эта семья пережила много трудностей. Поэтому мы захотели поддержать Татьяну и ее сына, подумав о том, что им больше всего необходимо. Let's Be дарит подарок, согревающий сердце. Почему вы решили участвовать в промо-акции «Поделись желанием от Let's Be»? Это у нас в семье прям удача, как сказать. У меня муж с сыном любят пить кофе. И они же первые начали участвовать в этой акции. Они выписывали циферки, там буковки. А я уже прочитала там совсем другое. Пожелание тому человеку, кому ты хочешь сделать приятно. Я подала заявку. Мне было очень рада. Мы рады. Спасибо вам большое. Дари тепло с горячим сердцем. Let's Be.